В больничном корпусе на Пушкина 172 продолжается ремонт. Наша съемочная группа побывала на объекте, чтобы узнать, как продвигается работа и успеют ли все завершить к обещанному сроку 31 декабря. Как мы увидели, работа в здании поликлиники кипит. Строительная бригада подрядчика, барнаульской компании «Строитель», работает две смены, без выходных дней. Всего на объекте трудится 134 человека. И по словам прораба, 30% из них – бирчане. Общестроительная готовность, порядка 90%, в принципе. Покрасочные работы ведутся, потолки каркасные собраны, кафельные работы тоже, в принципе, заканчиваются уже. Работа по внутренней отделке близится к завершению, коммуникации также все на стадии завершения. Отопление запущено в здании, новая система полностью, система вентиляции смонтирована. Поэтому, планируем скоро выходить с объекта. Как рассказал прораб, от старого здания осталась только коробка. Сделана полная перепланировка. Все коммуникации, вентиляция, электропроводка, водоснабжение смонтированы заново. Окна, перила лестничных пролетов, лифт – все установлено новое. Денис Калмыков заверил, что они полностью укладываются в сроки, изначально установленные договором. У нас по контракту 27 получается декабря срок завершения. Как вы видите, в принципе, здесь уже остаются финишные работы, так вот скажем. Мы будем рады подарить городу Бердску новую поликлинику, обновленную. В озвученные сроки будет завершена внутренняя реконструкция здания, но остаются фасад и инфраструктура подъездов и подходов к зданию. По словам прораба компании-подрядчика, наружные работы нисколько не помешают оснащать здание внутри медицинским оборудованием. Все материалы для отделки снаружи уже подготовлены, и работы займут ориентировочно 4 месяца. Работы начнутся после достижения договоренности с заказчиком.